Сейчас все силы и организаторов, и самой победительницы регионального этапа конкурса «Мисс Зауральское студенчество» Лилии Тельняк направлены на подготовку уже к всероссийскому этапу. На пресс-конференции по итогам проведения конкурса вспомнили моменты прошедшего мероприятия и обсудили вопросы подготовки участницы к самому главному сражению. Напомним, что 15 декабря в Ставрополе состоится финальный конкурс среди студенток со всей страны и определится «Мисс студенчества России 2014». Лицо Зауралья на всероссийском уровне – Лилия Тельняк, студентка Курганского государственного университета. Про себя Лиля говорит, что она целеустремленный и творческий человек, который всегда стремится к профессиональному росту и самоусовершенствованию. По словам победительницы прошлогоднего конкурса Юлии Башекиной, эти качества – залог победы. Главное – найти общий язык с организаторами и с девочками, которые там будут. Девочки, сразу говорю, разные бывают. Бывают дружелюбные, бывают не очень. Вот, которые не очень, нужно держаться подальше. Потому что, ну, все-таки этот конкурс красоты и подразумевает, да, всякие там каблуки подрезают, там, платье что-то. Ну, это, мне кажется, такое есть. Такое было. Да, нечаянно уронила платье, нечаянно запачкала. Впереди много работы. Подготовка походки, платьев, творческих конкурсов и разработка образа. В этом году на местном этапе для участниц организовали идентичные всероссийским задания, чтобы девушки сразу были готовы к трудностям. Однако они не пугают мисс Зауральское студенчество. Она полна сил и энтузиазма и не боится сложностей. Я чувствую в себе силы. Я чувствую в себе уверенность, что я смогу. Во мне много талантов, много амбиций, и я, собственно, живу для того, чтобы их реализовывать. Чувствую ответственность, понимаю всю серьезность, всю важность этого конкурса, этой миссии, и я постараюсь достойно представить Курганскую область на всероссийском уровне. Юлия Гингуляк, Никита Мухин, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».